Всем доброе утро. Нулин завтрак. Какао. В этой бутылочке и баночке я показывала вам уже с магазина Депо. Очень ему нравится. Ходит мороз. И маленькие бутербродики Вертмастер с маслицем и сплавленным сырком и с мармеладом. Всем, кто завтракает и вообще кушает, приятного аппетита. Нуля был у бабушки с дедушкой. Не могу. Половина воскресенья, да? И напек вкусняшек. Сейчас покажем мы, да? Сейчас будем пить чай. С русской сметаной и с малинкой, да. Та-дам. Ну-ка рассказывай, что тут здесь напек. Кто это? Не знаю. А где тут у тебя динозавры какие-то были, ты говорил? Вот он. Динозавр. Ой, красавчик. Какой сумой красоту человечек. А вот человечек. Ну-ка покажи мне его, человечка. Ой, какой красивый. А это кто? Не знаю. А вот. Что это? Такой бублик, да? Ух ты. Вкусненько, да, малыш? Вот красавчики. Это всякие у тебя тут, да? Скульптуры прям целые, да? А вот он, человек. Папа, открывай вкусняшки. Вот Ома нам сколько. Это Ома сделала, а это сынуля красоток таких, да? Можно мне вареную? Конечно, можно. Попробовать. Конечно, не попробовать, а покушать. Доставай ложечку. Всем приятного аппетита. Мы будем пить Всем чай. Всем приятного аппетита. Мои сладкие. Покажу вам свою закупку из магазина Lidl. Давно я не снимала продуктовые закупки. Сынуля захотел вот такие вот Chocomons, такие шарики с 52% фолькорн, то есть цельного зерна. Шоколадные шарики, там две упаковки, 750 грамм вес. 1,99 они стоили. Шницели куриные, кенгенменшницель, они уже в панировке. Для духовки. Иногда мы берем, если так, на скорую руку. Помес. Такой джумбо фриз нам больше нравится. Он большой. Не сухой получается. Тоже мы делаем в духовке. Не жарим во фритюрнице. Итальянская неделя в Лидле. Я хотела побольше купить, но, может быть, что поеду на этой неделе. Закуплю от Итальямо. Вот такие вот пассированные томаты. Очень-очень вкусные. 79 центов стоит эта бутылка. 700 грамм здесь. Очень вкусно. Как будто вот свежие помидоры. Очень классно. И сразу мне захотелось сделать спагетти болоньезе. Что-то такое. И я взяла смешанный фарш. Стоит 2,39. 500 грамм. Также салями и сервелат по 200 грамм, нарезка. Муж берет себе, делает бутерброды на работу. Также итальянская неделя, фритто мисто. Это кальмары и гарнель. Уже они в тесте и, в общем, в духовке мы запекаем. 300 грамм, 1,99 стоила одна упаковка. Молоко. Молоко подорожало. 70 центов стоит литр. Это 3,5%. Био-бананчики стоят обычные, по-моему, 99 килограмм, а эти 101,69. Фолькорн, то есть цельнозерновой хлебушек для сэндвичей. Ван Гиботи круассаны 4 штуки. Стоят, по-моему, 1 евро. И взяла био пене, макарошки, био тоже цельнозерновые. 69 или 79 центов стоит, что такое, 500 грамм. Застала в Лидле пару раз, при как был ангибот, я не могла, не заставала. В общем, все расхватывали. Творог и
сметана. Сметана стоит 59 центов, если я не ошибаюсь. И творог или творог стоит 1,19. Это намного дешевле, чем в русском магазине. Здесь 250 грамм, 8% жира. Вот так это все называется. Пятница, да, насколько я понимаю. И сметанка 18%. Здесь 200 грамм. Очень вкусно. Мы уже попробовали, покушали сметанку с творожком, немножко сахара. В общем, вкусняшка. Куриный бульон. Добавляю при готовке иногда в блюдо. И шлагзаны, то есть сливки. Фрукты, овощи дальше. Огурчики у нас были. Взяли яблочки. Йонагорет — это сорт. Здесь 2 килограмма. По-моему, 1,99. Картошка. Фестхокнут. Помидорчики. Ароматоматно они были. Здесь 0,5 килограмма. 99 центов стоили. Паприка 2,69 килограмм. Малинка 125 грамм. Была в Ангиботе. 1,69. Хайдельберн тоже. Здесь, по-моему, да, 200 грамм. 1,99. И всякие разнообразные булочки. Брецен с сыром, с зернышками. Лаум. Цельнозерновые всякие разные. Муж берет на работу, я уже говорила. И садульки на завтрак в садик. И вообще к завтраку. Дальше тут непродуктовые покупочки. Вот такие вот корбы, то есть такие полочки подвесные, стоили 4,99 две штучки. Были просто беловыкрашенные и вот такие вот эдельшталь. Блестящие, вот здесь вот так вот они сделаны, чтобы, видимо, полки не царапались. В общем, подвешиваются, все что угодно можно складывать. Я давно на них смотрела, хочу их приспособить на кухне. Много слышала, много видела о таких полочках, но... решила в этот раз попробовать. Вообще собираюсь, конечно, переорганизовывать некоторые шкафы в кухне. И покажу вам потом, как я все это сделала. Такая репаратура шпахтельмассы. Я взяла одна для внутри, в доме, инн, а другая для аусен, для улицы. Заделывать дыры и всякие всевозможные трещины. 1,99 стоила та и другая. Всегда пригодится, когда нужно что-то, какую-то дырочку даже от гвоздика заделать. По-моему, уже закончилась такая масса. И, в общем, пригодится в любом случае. И вот такой себе костюмчик купила. Дельный санцук. Такого добра, конечно же, много не бывает. Качество такое первый раз я вижу в Лидле. Очень классное качество. Единственное, что не совсем, конечно, устраивает, что нет замка. Нет замка, но ничего. Написано Weichen Glänzende Nichtqualität. В общем-то, блестящие. И написано, что на Schadstoffe geprüft. В общем, на вредные вещества. Даже вот здесь вот так вот все это описывается. Что типа экологически чисто. Я взяла специально побольше. Написано, что гефутата капуца. В общем, внутри... да, внутри... капюшоне отделано все. В общем, все как я обожаю. Ножки на резиночках, насколько будет видно, снимаю вечером. Качество на самом деле блестящее, бархатистое, очень классно. 12,99 стоил такой костюмчик. Вот, вот так все это выглядит. На самом деле классно, очень блестит. Буду носить с удовольствием дома. Это были все мои покупочки из магазина Lidl. Спасибо вам всем большое за внимание. Девочки, отдельное большое вам спасибо хотела сказать за то, что откликнулись на мою просьбу о советах, о помощи, и чтобы выразили свое мнение насчет спальни, как и что. Некоторые девочки написали, что, конечно, обустроишь сама, решение принимать тебе. Конечно, да, но я прочитала все ваши советы замечательные, и которые приходят до сих пор, читаю. Спасибо вам огромное.
очень интересно, очень приятно читать что-то, какие-то новые интересные идеи, советы от вас поступают. Спасибо вам большое за это, за обратную связь. И до следующих видео. Пока!